Привет, друзья! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста «IF Online по чесноку». Думаю, многим иногда хочется избавиться от назойливых стереотипов, стряхнуть мишуру с привычных вещей и поговорить о них более открыто. Истина в последней инстанции, конечно же, одна. Но иногда, чтобы докопаться до сути, взгляд со стороны, пусть даже он будет ошибочный, может натолкнуть на правильный вектор и помочь лучше разобраться в вопросах, которых, без сомнения, у каждого игрока в IF Online по-прежнему очень и очень много. Мой властелин, о чем бы мне хотелось поговорить? Я играю в EU уже где-то, наверное, с 11 года. У меня не очень много персонажей, не так, как у некоторых по 42 или 24. Нет, у меня их там 5-6, наверное. Кто-то говорил о том, что есть такая игра, я просто ломанулась, никого ни о чем не спрашивая. И что же я увидела? Я увидела очень красивый мир. Потом, впоследствии, я уже сказала, что, наверное, это то будущее, в котором я могу пожить сейчас, и я никогда до него не доживу. Настолько меня это дело все поразило. Очень красивые планеты, очень красивые станции. Не знаю ни одной игры, где можно было показать такое. Хотелось рассказать, наверное, о том, что в Еву, когда приходишь, да, задают вопрос, особенно все любят спрашивать этот дурацкий вопрос, типа, кем ты хочешь играть? Ну, как можно человеку, который ничего не знает об игре, сообщить о том, во что он хочет играть? Да хер его знает, во что я хочу играть. Без понятия. Но, посмотрев и попробовав некоторые вещи, вообще, Ева, конечно, предлагает огромный контент, потому что само по себе только производство занимает такой огромный кусок геймплея, что можно на всю жизнь там, короче, погрузиться в расчеты, таблички. Ну, то есть это очень такой огромный контент. Вот, потом есть рынок. И сейчас, познакомившись, кстати говоря, выйдя на тебя, мой властелин, через канал Z85, я познакомилась с торговцами, и тут, ну, в общем, всегда был очень интересен рынок, вот рынок сам по себе, потому что, как торговцы говорят, да все просто, возьми, типа, там, где подешевле, продай, где подороже. Но, в общем-то, жизнь показала, что не все так просто, и там, например, ну, как я это вижу, если открыть рынок, каждая позиция – это целая история, как отдельный человек со своей жизнью. И уметь грамотно анализировать ее – это как будто читать книгу. Вот, я смотрю с удовольствием на Данилу. Плюс сейчас еще подключилась в Альбион тоже по торговле. Тоже там очень куча интересных роликов, каких-то странных магических таблиц. Ну, в общем, короче, торговля оказалась для меня чем-то таким офигенным. Ну, не знаю, нравится все. В игре также присутствуют скиллы, да? Скиллы нужны на все. На то, чтобы сесть на корабль, на то, чтобы отжать руду, на то, чтобы стрелять с одних, вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых пушек. В игре 4 целых расы, что вызывает много, на мой взгляд, проблем. Потому что приходится то переучиваться на одно, то переучиться на другое. Ну, вроде как это часть геймплея, за счет чего удерживаются игроки, потому что они отвлекаются на перекачку этих скиллов туда-сюда. Вот. И, значит, в один прекрасный момент я поняла, что можно выучить все скиллы в Еве, да, которые предлагают вот тебе, вот, ну, как я буду называть это, не новичок. Это человек, который готов платить 600 рублей за Еву для того, чтобы поиграть в нее. Вот ему предлагается такой геймплей, типа, учи скиллы, будешь садиться на все, что хочешь, вплоть до Титана. Мне нравится Аватар. Но в один прекрасный момент я поняла, что есть еще какая-то игра. Я когда-то вначале слышала, что те, кто познал Дзен, это вот про его, да, они играют на форуме. Но я примерно тогда поняла, о чем речь, но вдаваться в подробности не стала, потому что мне было интересно играть вот в то, что есть. Ну, то есть ты можешь сесть на корабль, что-то сделать, там, да, ты можешь стать крутым ПВПшником, ты можешь придумать свои фиты, это очень увлекательно. Например, я видела как-то раз квазовую Тингу, вот, и как она там разбирала на фракционных войнах там кораблики, которые подлетали, потому что никто был не готов к тому, что она квазовая. Но потом я подумала о том, что, наверное, вот что-то там мне стало интересно из Дзена. Ну, что я хочу еще добавить здесь? Вот, ну, когда я зашла в игру, да, там было желтое пятно, это был Гунсварм. Короче, они мне не понравились, просто цвет не понравился, и все. Вот это было прямо сразу. Я подумала, вот было бы классно развалить этот альянс. Почему я это говорю сейчас? Ну, наверное, потому что я, видишь, перехожу к какому-то другому уровню игры, да, то есть это уже другой уровень игры, когда ты становишься CEO. Ну, CEO там руководитель корпорации или руководитель альянса, то есть какие игры и какие скиллы уже нужны там. В принципе, для того, чтобы править альянсом, скиллы, которые вот предлагаются на первом уровне, они вообще не нужны. Вообще никакие практически. То есть можно, главное, присутствовать голосом в тимспике, там, толкать гипножабы. Вот. Потом я пошла немного дальше.
познакомил нас с одним с другим с третьим, и вот в ходе беседы довольно интересные вещи стали всплывать. Я просто сама когда-то подумала про Реал, что, скорее всего, в Реале, да, вот, ну, как и в Еве, уже, в принципе, все давно обо всем договорились в каком-то, видимо, маленьком чатике, как это происходит в Еве. Точно такой же есть, может быть, чатик в Реале, где и Трамп, и Путин уже давно договорились обо всем. Так и здесь. Мне кажется, что вот если ты человек, который ведет за собой минимум 200 бойцов, да, то ты организовываешь контент в игре. Если, ну, тебя там не поощрять как-то, да, ты можешь просто тупо забить на это и пойти в Реал. Ну, конечно, разработчикам игры очень важно поддерживать существование игры. Я, правда, не знаю, имеют ли они с этого деньги, или это вообще просто престижно, что они выпустили такую игру. Потому что лично мое мнение, да, что сейчас нет ни одной игры, которая бы могла заявиться, хотя бы стать рядом с ней. Вообще ни одной. Из того, что обещают выпустить, ну, короче, я тоже ничего не вижу. Star Citizen туда же. Вот. И... Ну, сохранение этой игры, мне кажется, очень важная задача такая. И я считаю, что лидеры альянсов, которые ведут за собой определенное количество людей, и они поддерживают CCP, и, скорее всего, это самые главные РМТшники у нас в игре. Вот, потому что, ну, как бы их еще можно простить, потому что, скорее всего, если бы они этот контент не организовывали, то... вот эта большая часть людей в Еве, она не способна на организацию. Потому что таких вот лидеров, которые готовы выйти, взять харизмы и поволочь с собой людей, которые не планировали там не жить в нулях, не убивать бунов, там еще что-то, поволочь на какие-то действия, ну, то есть это очень важно. Конечно, они тратят огромное количество времени на то, чтобы быть лидерами Альянса, для того, чтобы поддерживать этот Альянс, сохранять его. Вот, ну вот даже, например, про дичей, что мне понравилось. Я как-то недавно, ну, год, может, года три назад, что ли, я захожу в игру, первым делом я захожу не в игру, а на карту. Вот есть политическая карта, и я вижу, что весь север, короче, это шедоу, ну, дичей. А сами дичи там какой-то маленький островок. То есть, например, у американцев, да, или у тех, кто играет в игру, ну, еще дополнительно, да, не было такой наглости, то есть взять эти все нули и отдать под рентерство. Случайно мне попался сайт, где они издавали системы, и когда я на него посмотрела, подумала, что он круче выглядит, чем тот сайт рентеров, который в Реале продают квартиры. Вот. И, ну, я тогда не смекнула, как бы, к чему все это дело идет. Ну, понятное дело, это идет к зарабатыванию денег и выводу их в Реал. Ну, вот, например, расскажу про одного товарища, правда, это уже, как бы, наверное, следующая тема, боты, да? Боты есть разные в игре, торговые, перевозочные, зарабатывающие деньги. Ну, чувак один поставил просто тупо 5 ботов и вывел себе 800 тысяч рублей и вложил это дело в квартиру. Вот, то есть, ну, мне показалось это круто. Я не представляю, сколько дичи вывели денег в Реал. Ну, и сам вроде как дичь поговаривал о том, что для него Ева — это бизнес. Да, здорово, когда ты и смотришь на игру и видишь ее с разных сторон, не только как игру, а как и другие какие-то возможности. Вот, это я называю игры, ну как это, второго уровня, что ли. Сижу сейчас, думаю, может быть, есть еще какие-то уровни, например, третьи. А вот, ну, например, могу сказать, что сейчас есть один человек в Еве, мне не хочется там называть его в дневнике ничего, но я его поддерживаю и вижу, как этот человек идет практически против всей Евы. Сижу, думаю о том, как бы его можно было бы поддержать, потому что играть в то, что уже, ну, проторенная дорожка есть, просто не хочется. Хочется, чтобы был какой-то, ну, какой-то революционный такой момент в игре, и чтобы эти революционеры, они жили точно так же, как, может быть, в Реале, и хочется тоже побыть в этих революционерах, вообще посмотреть, что из этого выйдет, выживем, не выживем, там, подорвем царя, не подорвем. Была вот в Гунах, да, довольно интересный альянс, очень, мы даже с одним чуваком думали, я говорю, слушай, я говорю, а как гунов типа развалить? Но он говорит, да, наверное, говорит, убить метание в Реале, и больше никаких вариантов нет. Вот. Но я подумала, что сейчас я уже думаю, что даже если убить метание в Реале, то, наверное, скорее всего, у него есть очень слаженная команда, которую уже тоже не перебьешь просто так. И они одни только могут вытащить альянс. Ну, то есть, вот как он, для меня загадка, как этот человек
нашел людей, которые его поддерживают, и как он вместе с ними удерживает такое огромное количество людей, как он их мотивирует. Я смотрела их, кстати говоря, гипножабы, там, правда, все на английском языке. Идет использование, ну, воздействие на человека, то есть там меняется тембр голоса. Ну, голос женский такой, ну, как бы немного томный, он не столько на секс рассчитанный, сколько рассчитанный на введение человека в состояние транса. Мне очень понравилась их пропаганда, я тогда подумала, думаю, интересно, а что нашу пропаганду никакую не делать? Нам же тоже это надо. То есть мы должны во что-то верить, то есть какая-то идея у нас тоже должна быть. Я считаю, что РМТ в игре слишком много, раз. Второе, есть такое понятие, как бизнес в Еве. То есть люди не играют в нее, никакие скиллы там особо не нужны. То есть тут даже есть такие товарищи, которые называются перекупщики исков. То есть перекупщики исков, ну, мне просто озвучили цену, то есть я за что купила, за то и продаю. Там 80 тысяч рублей в месяц просто на перекупки исок. Просто перегонка. То есть ты там свой процент добавляешь. И вот меня эта сумма, она убила, потому что в реале, короче, я не могу заработать 80 тысяч, к сожалению, в месяц. И мне показалось довольно интересным те люди, которые устроили из игры такой бизнес. Да, я знала, конечно, раньше, что там всякие кольца там с Вовой, линейки продаются на рынке. И один даже мой знакомый купил своей бабе кольцо. И я говорю, ты вообще здоровый на голову или как? Вот. Ну, в общем, купил ей реальное кольцо в игре, заплатил 200 баксов. И, в общем, потом они расстались, естественно, она ушла с кольцом. Это вот насколько сильно внедряется вот этот виртуальный мир в нашу жизнь. Он уже даже практически смешался у некоторых, вот кто сильно много играет. Если мне когда-нибудь дойдет возможность такая, или мой властелин поможет мне, или мы вместе с ним что-то сделаем, то вдруг я бы хотела новичкам, наверное, сказать, что такие возможности, как предоставляет Ева, нет больше ни в одной игре, просто ни в одной. И можно себя попробовать кем угодно. Потому что, например, придумать какую-то идею интересную, такая, которая бы вдохновила, и ты пошел, и при этом тебя бы не закидали говном, ну, не знаю, на мой взгляд, не так легко и просто. Более того, удержаться на ногах, потому что вот мы даже, я выясняла такие подробности даже, что, например, один человек в состоянии поддерживать беседу в сутки с 15 человеками. Все. Если будет 30, это говорит о том, что он будет выгорать рано или поздно, потом скажет, вот как сейчас эти скиллы сказали, что Ева у них пройдена. Ну, в общем, короче, я уверена, что можно найти еще много чего интересного. Главное только суметь посмотреть на Еву с разных колоколен, не только со своей, но с разных. И даже здесь можно было бы устроить какой-то мозговой штурм и найти еще 150 разных интересных тем или движух, или проектов, которые можно было попробовать. Стас, есть ли у тебя какие-нибудь вопросы, может быть, наводящие? Или, может быть, ты тоже что-нибудь хотел бы сказать? Ну, только если поразмышлять на тему того, что можно делать в Еве глобально. Ну, смотри, я такой скучный немножко в этом плане игрок. Я вижу, что можно объединиться в какое-то большое сообщество или там корпорацию, альянс, коалицию и просто отжать как можно больше территорий и, ну, аккумулировать какие-то средства для РМТ или для отжатия еще большего количества территорий. Я тоже подумала, интересно, думаю, а могу ли я заработать в Еве такие деньги, да, которые были бы интересны для Реала? Ну, в принципе, ты сейчас сказал, как бы, ну, на мой взгляд, то же самое, только ты предложил зааккумулировать нули, но я просто вот сейчас сразу же вспомнила, как дичи аккумулировали нули, и какое-то время они их действительно удерживали, всем, видимо, было пофигу. Вот. Но для того, чтобы аккумулировать нули, мне кажется, что нужны, во-первых, много людей и много людей, объединенных одной целью. И чтобы, наверное, так, чтобы никто из этих людей при выходе или каком-то там негативном воздействии не смог бы пошатнуть всю систему. Вот. Это было бы очень интересно придумать, вот такое взаимодействие. Кстати, Данила тоже вот предлагал объединить торговцев, но так, чтобы эти торговцы, они не могли друг на друга сильно повлиять, там, сказать, Вася, там, ты мудак, я не хочу больше играть, и из-за этого херак все и упало. Ну, как это происходило, вот сколько у нас дисбандов произошло, альянсов, просто потому что, вот, например, ну, существует такая байка, что в бабах чувака купили за $30, ну, 30 тысяч долларов в реале. То есть у него были определенные, ну, как бы, полномочия, вот, ему заплатили. Кто-то говорит, что этого шпиона выращивали очень долго, но я думаю, все херня.
Когда ты оказываешься у власти, у тебя появляются новые возможности, и шпионы, люди в шпионов, или вот, ну, шпионы как-то не подходят больше, а вот человек, который может дисбануть альянс, было бы какое-то короткое слово, ну, наверное, мудак. Короче, эти люди появляются в тот момент, когда появляются возможности. И вот этот человек, он уничтожил альянс. Я все время сижу и думаю, бобы, они, ну, что мне про них рассказывали, это был не просто альянс, вот, основанный на игре. Они, у них была целая социальная сеть. То есть они там друг к другу ездили. Они не просто пиво пили. Они продавали машины, торговали квартирами. То есть у них была какая-то вот эта тема такая, которой вот у русских нету. То есть у них вот есть вот этот форум Reddit, да, может быть, еще какой-то там. Вот. И вот они живут на этом форуме. У них там, короче, основная тусовка происходит. У нас, наверное, что-то типа контакта, но как-то мы другие. Вот. Но мне бы, конечно, хотелось сделать в Еве что-то такое, чтобы ее прямо, ну, с места сдвинуть и создать какие-то... Ну, короче, какую-то катастрофу сделать. Ну, знаешь, вот тут как, типа, землетрясение, бах, случилось. И, то есть, как люди будут из этого состояния выходить? Ну, что-то, например, похоже на сброс сервера, к примеру, к нулям. Или еще, ну, может быть, в рынке как-то что-то, на что-то повлиять так, чтобы, ну, чтобы это ощущалось. То есть, произвести какое-то возмущение в среде игры. Ну, я пока не представляю, конечно, заработать денег это круто, но пока не вижу возможности даже тот же самый триллион накопить. И можно, есть ли какие-то ограничения по времени, да, по способностям, я имею в виду человеческие просто, сколько человек работает, сколько он может дать игре, сколько вообще можно иметь денег в игре-то. Куда их можно пустить, к примеру. Вот я, кстати, пока говорила, пришла к выводу, что в Еве не существует суда, а это было бы неплохо, потому что, ну, спорных вопросов очень много. Вот во всех альянсах, ну, например, тесты, гуны, НЦ, у них у всех есть рынок. У русских рынка нет. Нету, не было и никогда не будет, наверное. Потому что для того, чтобы решить эту проблему, начинаешь... спотыкаться обо все, что только движется. Вот это поражает. Ведь это такая простая вещь, рынок. Ну, чтобы там не только просто фиты были, которые для КТА или еще для чего-то, а просто вообще прилетел и собрал себе собру, которая тебе нужна. Такого рынка нет. Нужна вот эта вот жито чертова. И вообще хотелось бы житу перенести или вообще ее раздолбить. Почему все везут в житу? Почему не в хек? Ну, то есть вопросов тоже по игре очень много. И хочется что-то подвигать, что-то вот как-то внедриться. Предположим, мы с тобой решили, да? Ну, что нам первое нужно? Нужна будет вербовка. Вот я смотрю канал вербовки, да, он набирает людей. Но, блин, нужна идея. Люди должны жить этой идеей. Она должна быть такой, чтобы они в жизни даже использовали эту идею, чтобы она им помогала жить, ну, в нашей стране. Я вижу очень много недовольных людей вокруг себя, неудовлетворенных и так далее. Я хочу предложить им такую идею, которая будет поддерживать их и здесь, и в игре. И чтобы эти люди хотели играть со мной. Мне не хочется их обманывать. Вот есть один чувак, он сказал, я хочу создать карпу, я хочу распространять финансовую грамотность среди людей. Мне не нужны налоги, там еще что-то. Я хочу, чтобы эти люди всегда были со мной. Я не буду сдавать им системы, там, например, да, ну, как бы за деньги. Вот, я буду отдавать их просто так. Я хочу, чтобы просто вместе играть. Но мне кажется, что, как сказать, ну, русский человек, он все равно уже со своим каким-то менталитетом. И почему-то, несмотря на то, что американцев тоже обманывают, и наших обманывают, но наши почему-то больше обмануты, чем другие. Мне почему-то так кажется. И ну, вот это доверие в этой игре, где предлагают выпустить свое темное начало, мне кажется, что здорово строить все на доверии, но все же калькулятор ценнее. То есть нужно прикидывать, что вот если договариваемся, да, ну потому что, например, я могу тебя не бросить, да, если вдруг у меня окажется 5 или 6, 7, 8 триллионов исков в руках. Как ты думаешь, какие чувства во мне появятся? Ну, я захочу купить в Москве квартиру, к примеру. Или, может быть, к тому моменту созрею на что-то более грандиозное, там, запустить свою игру, к примеру, или еще что-то такое. Ну, то есть эта сумма, она способна поколебать кого угодно. И я считаю, что, например, если становиться партнерами, да, то эти партнеры не должны быть зависимы, и вот это доверие вообще нужно вычеркнуть, черт по матери. То есть мы хотим, у нас есть определенная идея, мы что-то для этого делаем.
Ну, потому что, знаешь, на самом деле это не так легко. Вот люди, с которыми недавно общалась, они говорят, хочешь, мы тебя познакомим с РМТшником? Я говорю, спасибо, не надо. Мне бан он не хочется, короче, получить. Есть ведь долгосрочная перспектива в РМТ, а есть краткосрочная. Вот с краткосрочной я бы сталкиваться не стала. А долгосрочная – это, возможно, пятилетие или десятилетие игры. Кстати, тоже могу рассказать, наверное, свой печальный, наверное, больше опыт в корпорации. Хотя, может быть, я тоже в чем-то виновата, не знаю. Но ко мне пришли люди, слушай, половина там 30 зашло в корпорацию, я агрессивно рекрутировала. Еще человек 40 сидело просто отдельно в канале. Они с попкорном пришли. Ну, интересно, что там будет, все дела. Но получилось так, что те люди, которые пришли, они, ну, там, лазит, короче, себе по ВХ. То есть он даже... Он не заходит в голос, он не здоровается в чате, то есть как будто его нет. Я вот села и думаю, нахера он пришел? То есть мне кажется, что, ну, во всяком случае, я нуждаюсь в том, чтобы игра была социальной, чтобы с кем-то можно было поговорить, чтобы был какой-то коллектив. Вот у меня даже на работе коллектива нет, то есть я не могу на работе поговорить с людьми, потому что все пашут так, что они просто башку не поднимают. Вот, а потом, когда уже отработал, уже ни о чем говорить неохота. Все-таки здесь игра, и вот эти риски, они не такие, как в реале. И можно попробовать все, что угодно, и потом просто закрыть на крестике и уйти. Сколько я вот не пытаюсь найти, да, людей, с которыми можно было бы к чему-то прийти, но они даже находятся, я скажу больше. Но мы не можем сформулировать какую-то основную идею и расписать. Это, знаешь, это... Ну, как бы совместная игра, это что-то типа стартапа, да, где вот, ну, я ходила на лекции по этому стартапу, да, и там давали рекомендации. Прежде чем типа запилить какой-то бизнес, да, жирный, вы сначала сделайте какие-то, разбейте его на простые маленькие шаги и посмотрите, вообще катит или нет. Тут не удается даже придумать идею. Ну, РМТ как цель не может быть идеей, она должна вдохновлять. Ну, РМТ, оно не очень вдохновляет, это деньги. И причем не в ближайшей перспективе. Вот. А идея какая, ну не знаю. Тоже очень много думала над этим. Я практически 10 лет думаю, зачем вообще нужна корпорация. Ну понятно, что кто-то берет шахтеров, увозит их нули, выкатывает им рорки, орки, и они копают и отдают им руду. То есть не понимая, что они идут как бы... Они просто тупо как негр делают то, что хочет другой человек. Ну, есть такой вариант. Мне он показался довольно прикольным, но у меня не нашлось людей, которые бы хотели это дело осуществить. Ну, то есть все как бы остаются в плюсе, но кто-то больше. Вот. Кстати, вот эта вот идея, что типа, а давайте клаймы отдавать без, ну, без рентерской вот этой платы. Ну, сколько слышала от рентеров, вот когда они знают, что они делают, да, то есть они производят деньги, он говорит, да мне там эти 2 триллиарда как бы вообще... Я там 50 делаю за то, что снимаю эту систему. То есть не все как бы используют, ну, все ресурсы Евы для того, чтобы максимально выжать из этого какой-то кусок исков, да. Причем у многих есть понимание такое, что он чем больше просидит в течение дня, тем он больше заработает. Ну, это вот Данила взял, короче, и перечеркнул все это дело. Потому что, ну, то есть у него там 30, ну, от силы час он играет, час в день. И, ну, его успех, я так понимаю, ну, короче, он успешно завершил свой проект, грубо говоря, так. Вот, а кто-то считает, что он должен, короче, долбить крестики на вексорах. И тогда он, короче, станет богатым и могущественным. Потом вексор он сменит на Танатос, и все, капец. А тут есть другие варианты, хотя бы вот тупо стать лидером Альянса, да, и бабок будет в разы больше. Я вот, например, на днях узнала, что когда PvP-корпорация заходит в Альянс, то там могут брать налог от 4 до 8. То есть вот этот корпоративный налог, который 10%, да, оттуда забирается до 8%. Вот, например, у тестов. Тесты забирают 8%. Я говорю, бля, а как же на эти 2% корпорации жить? То есть кто будет возмещать ущербы, всю эту херню и вообще на что сдаются эти 8%? Ну, ответа как бы нет. Китайцы, кстати, берут то ли 4, то ли 5. По-божески. Вот смотри, допустим, все зарабатывают РМТшат. Обычным игрокам, я думаю, наверняка никто не говорит, ребята, вот вы будете на нас работать, а мы будем зарабатывать квартиры в Москве на вас. Естественно. Никто так не говорит. Как обстоят дела? Все об этом догадываются или начинают догадываться в какой-то момент, но молчат? Или есть какие-то
отмазы, например, у ЦЕО или у глав альянсов, которые они вот говорят, типа, мы там все вкладываем, вот вам примерно такие отчеты, вот все, короче, подсчитано, и все будет в дело пущено, а не в РМТ. Стас, ты знаешь, ты сейчас ткнул прямо такой жирным бревном в глаз, такой... Вот буквально на днях смотрела ролик одного товарища, где видео был... Ну, знаешь, вот видео, там, штук 9 видео, да? И под каждым видео там какой-то хейтинг, там, эти придурки, эти козлы, это говно, это ложь. А тут, короче, в ролике задается слух вопрос, типа, ребята, вы же знаете, на что уходят деньги. Почему вы молчите? Почему вы все равно делаете то, что вы делаете? Но это как у нас в стране, мы же все знаем, куда деньги и налоги уходят, но мы все молчим. И знаешь, я хочу сказать, чтобы под этим видео не было ни одного комментария. Как другие делают? Ну, например, Silent Dodger. Это давнишний персонаж, там, 11-12 года. Он то приходит, то уходит. И знаешь, что этот человек сделал? Тогда мне показалось это очень унизительно, то, что, во-первых, люди услышали, во-вторых, его отношение к этим людям, да, конечно, он говорил откровенно, но, ну, вот он позволил себе их так унизить, вот даже без всяких намеков. То есть этот Сайлент Доджер встал и сказал, что он РМТшил, что он что-то там, ну, я, может быть, что-то сейчас добавлю лишнее, но суть не в этом, он РМТшил. Он купил квартиру, и когда его забанили, потом разбанили, потому что он был интересным в ФК, я так понимаю, и за ним шел народ. И когда он вернулся во второй раз, уже пошли шутки о том, что, наверное, надо обновить Бентли или еще там что-то, понимаешь? То есть все это говорят, но все точно так же это игнорируют, как в реале. То есть, в принципе, никто не против. Ну, только CCP. Ну, с CCP можно договориться, у них тоже есть какие-то... условия, то есть если ты приведешь 200 человек в Еву, то, конечно, наверное, станешь интересным, и потом начнешь наращивать обороты, и какие-то условия появятся уже к тебе, ну, какие-то предложения, там, что-то такое. То есть я думаю вот так, и вижу вот так. Видимо, знаешь, наверное, ну, чтобы я подумала, блин, ну, я, наверное... Не знаю, как это делается, или мне там не повезло, я там не царской крови, или еще что-то такое. Ну, то есть, знаешь, вот это наша такой менталитет русский, что у нас ничего не получится, что мы неудачники. Но это не менталитет, это скорее больше воспитание. Воспитание у нас отвратительное, я хочу сказать. И, наверное, только вот из-за того, что человек не уверен в себе, и вот он ставит уже преграду, что я не смогу. Вообще в Еве очень интересно мне вот эти товарищи, которые обманывают. То есть вот эти их вообще разные варианты обманов, это из этого можно просто делать какую-то коллекцию, потому что это всегда какой-то творческий подход, это же отход от общепринятых мер и правил, и люди что-то придумывают. То там, например, похожие Т-1 корабли выдают за Т-2, это уже хорошо, потом появились меточки, что это Т-2 корабль. Вот. Сначала продавали Т-1 по цене Т-2, и прямо отдавали их в руки, и человек платил. Вот, кто-то там обносил ВХ. Желание играть в команде, оно может очень сильно доминировать даже, ну, на данный момент, я думаю, что оно может доминировать над РМТ, над исками, то есть даже если будет какой-то проект, который не будет иметь своей целью там накопление исок или еще что-то такое, то есть я могу запросто включиться в какую-то идею, главное, чтобы она завладела мной, то есть как-то так. Даже после всех этих лет игры, там, всего того, что я знаю, ну, я способна и готова, и хотела бы играть в каком-нибудь коллективе, но даже, наверное, вот просто тупо сидеть в нулях и отвоевывать эту дурацкую одну какую-нибудь систему против 500 человек, которые прилетают, хотят тебя убить. Ну, то есть вот мне интересно даже наблюдать за коллективом, там, как народ орет, там, матерится, всех обзывает, но потом они все равно встают в 5 утра и идут, короче, отбивать дело. То есть, ну, не знаю, вот я сейчас в это играю, мне интересно. То ли это потому, что не было, ну, как бы не было у меня такого геймплея, потому что, ну, как-то я играла... Хер знает, я как-то играла хитро так. Мне было просто красиво и все. А что там происходило, где войнушка, ПВП, как-то мне вообще не зашло. Да, копала, первую лекцию я сделала именно на этом. Вот, потом споткнулась об Саньшу. Вот, дальше потребности в деньгах пропали вообще. Вот. Но за идею, как бы, мне хотелось бы, да, поиграть в группе людей, с которыми мы смогли бы, ну, с которыми было бы приятно вот приходить, вот, понимаешь, садиться, чтобы, ну, нравились они.
Дело не в том, что они должны быть симпатичны или еще какие-то. Они могут быть занозами, занудами или еще кем-то, но они были бы интересны и приятны, вот все равно. Какое-то внутреннее такое ощущение. Мне бы хотелось. Как это создать, я не понимаю. Просто бегаю из карпы в карпы, там я сменила их уже 500 всяких разных. Вот. И даже та корпорация, в принципе, в которой я сейчас нахожусь, я понимаю, что ну, я не могу с некоторыми людьми вот как-то испытывать вот какое-то неприятное чувство от общения там, или какое-то уютное, не знаю. Я готова даже вдвоем тупо бегать, там вот есть NPC нули, где корпорация Ори располагается, выполнять их миссии, вот, но лишь бы это было как-то вдвоем организовано, и, ну, то есть мы превратились бы в какой-то механизм такой вот. В комментариях всегда пишут, они все козлы, они все РМТшники, это просто все ширма, на самом деле там все плохо. Любой альянс подвергается вот такой критике. В какой бы корпорации ты ни состоял, ты всегда услышишь про себя только, ну, что-то плохое в негативной коннотации, или как это говорится. Просто вот складывается такое ощущение, что каждый первый коллектив — это сборище ублюдков, козлов, и все таки сидят, сейчас мы будем всех, короче, обманывать, мы все такие негодяи, и мама нас не любила, и поэтому мы будем мстить всему миру. Вот почему так происходит? Я думаю, что это тупо зависть. Просто зависть. Все завидуют всем? Ну, когда кто-то говорит, что у нас хорошо, и даже дело не в том, хорошо ли оно на самом деле. Ну, понимаешь, смотрю я на людей, короче, что в игре, что в реале. Я вижу их лица, выражение лица. Они все, ну, я не буду говорить все, это немножко глупо, а все равно есть какая-то часть людей, которая с хорошим, довольным лицом ходит. Неважно, чем он занимается. Но очень многие люди испытывают какой-то негатив, какое-то опустошение, какой-то упадок сил. Я думала, что у меня это было связано с возрастом. А потом я, когда начала обсуждать это с кем-то, вот с первым встречным, скажем, я поняла, парню тому было 18 лет, и он мне начал рассказывать еще больше о том, что он чувствует вот это вот что-то непонятное такое, негативное, что-то какое-то уныние или разочарование. Думаю, 18 лет разочарования. Мне было 18 лет не до разочарования. Мне надо было поступить в институт, мне там разочарование вызвало только одно, что там бал не добрала. И мне пришлось потом биться башкой, чтобы поступить туда, куда я хотела. И мне кажется, что достаточно тебе просто сказать или улыбнуться, пройти по улице, чтобы хоть кто-то понял, что у кого-то что-то лучше. Все, тебя смешают с дерьмом. Не дай бог. Ты скажешь, что у тебя все хорошо. Все, трындец тебе. То есть это часть нашей культуры, и поэтому большинство людей любят прибедняться, при всем при том, что у них в семье две машины, да, там, да, три квартиры. Да-да-да. То есть если ты не уважаешь себя, потому что ты не можешь себя уважать, тебя не научили этому, с тобой делали так, что ты всегда чувствуешь, что ты вот не такой дальше. То есть я себя не уважаю, да? Значит, я могу позволить себе неуважительно относиться к другим людям, то есть не уважать их границы, не уважать их личность и так далее. И уж не дай бог на этой почве кто-то вдруг живет лучше, чем ты, а особенно если это деньги, это очень хорошо видно по родственным связям. Вот когда кто-то умирает и начинает делить богатство. Вот там начинается такое, что ты начинаешь понимать, что самые первые враги в мире – это родственники. Я понимаю, что есть другие семьи, но есть и эти. И таких семей, я сколько живу, я не видела ни одной позитивной семьи. Вот серьезно, ни одной. У нас такое ощущение, что заштамповали еще очень давно. То есть это было давно, еще тогда, когда ты не мог даже, наверное, глаз толком открыть. Поэтому вот это хейтерство, да, когда кто-то там кого-то обсирает дерьмом, я только что хотела сама сказать, что это нормально для нашей среды. Нет, это не нормально, но в нашей среде это встречается. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Дайте нам понять любым доступным способом, интересен ли вам такой формат. Это может быть лайк, комментарий или все вместе. Предлагайте свои темы для обсуждения и делитесь мнением о том, что было освещено в выпуске. Всем fly safe и надеюсь до новых встреч в следующем видео IF Online по чесноку. Ненавижу чеснок, а он полезный.